Крылатых проблем добавилось к саранче и гигантским комарам. На улицах Орска присоединились красно-черные жуки. Они умеют летать и очень прожорливы. Чаще всего насекомые, похожие на божьих коровок, но значительно большие по размеру, встречаются в соседнем Новотроицке. Мы показали жуков специалистам, но ни один из них не смог их идентифицировать. Между тем, обжоры перемещаются в сторону Орска. За урожай уже волнуются не только садоводы, но и фермеры. На минувшем аппаратном совещании мэр Виктор Франц дал команду своим заместителям, цитирую, «начать борьбу по-настоящему». Конец цитаты.